Вот в этой задаче есть? Есть. Сверху ударной волны? Есть. 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 Сознательно рассматривается двустороннее решение? Да, да, да. Нет, понимаешь, надо было с чего-то начать. Иначе задача, ты сам понимаешь, ну, отпустить это невозможно. То есть понятно, что тебе уже понятно, что есть аналог теоремы Майера, и это все здесь доказывается. Опять будет единственность, но очень аккуратно надо работать, потому что возникли... В чем рождение двухскоростного режима, чем отличается от классики? У тебя условия гегонии не локальные. Значит, все переписывать надо. Как бы классическая теория приближения, вообще классическая теория там, линеаризации, да, она просто здесь не работает. Задача не локальная. Помню. Ну а как Кружкова не помню? Пожалуйста, еще вопрос. Третье решение было, знаете, Палина. Палина, да. Да. А есть ли подозрение, что возможно еще? Нет, там он выписал их всего 12. Да. Я абсолютно верен, что это вот наши дела. Это такая математическая лапша, что это физик никакого отношения не имеет. Поэтому я его взял. Он ему все равно же. Но, к сожалению, пока физику не очень любит, значит, я взял за шкирку, и мы пошли нормальным людям поговорить по поводу этого. Значит, он картинку показал, они сказали дурь, а вот это еще раз и подробно. Вот они вцепились, даже не то, что я там гордился, вот этот мы горбатый ким там получили, монотонные, они вцепились вот в это. Вот. И потом я с Луцким переговорил, говорит, иначе мы даже иногда сами вставляем волну разрежения, потому что иначе не можем убрать погрязку. А Луцкий, я знаю, что сейчас, наверное, сам высокий класс у нас висит. То есть они с этим сталкиваются, но они опять убираются. То есть они опять все симметризуют. Они хотят понять, что природа-то правильная, надо правильно выписать. Ну, сказал, что это очень трудно, но взялся сейчас, а вот он не это делает. Новосибирск я рассказывал. А вот Почеленый Виктор был уходит. Убивает тебя, он на самом деле тебя меняет собственный пространство. Да. Уравнение тогда не правильно. Неправильное уравнение в этом все дело. Сама симметризация искажает уравнение. Искажает физику саму, в этом все дело. И они это всюду всовывают. Огромные тома написаны по поводу того, как уродовать уравнение механизма. Теперь могу сказать, что они это уродуют. В этом какие-то там странные вещи возникают. Просто странные. Особенно счет, конечно, счет это фантастика. Делается. Но по поводу субсаги, по этому поводу лучше не разговаривать. Край поздно, значит, сразу начинает орать. Но на самом деле, как бы, вот, у меня ощущение, что простое объяснение. Механизм. Это, ведь старики писали об этом, Ландау писал. Какое возможно, они словами описывают, что происходит. Но какой механизм, никто из них не писал. Зелёвич только сказал, не знаем как. Будем считать, что вот есть полный байк собственных коров, нам считать надо. Это у него написано, он хоть один человек это честно признался. А остальные, ну вот так вот. Ну, и главное до сих пор, говорить без пальцев, очень сложно говорить с людьми, которые... Вот, особенно, кто верит в этот ансис, это бесполезно. Это вот из разряда Талмуда. Они в это как в Бога верят, говорить сложно. Ребята, что не точно. Да, но вам-то тогда вот... Как, наверное, ну вот раз вы это получили, да, нужно эти там риммановский солвер писать соответствующим, ну вот уже на... Ты знаешь, я думаю, даже сейчас другая вещь. Надо попытаться Кружкова не переходить пока ни в какой системе, остаться на одном уравнении и постараться здесь написать Кружкова. В старой модели, ну, со Славой всегда про это говорил, фронта нет. Я говорю, ты ребенка выйдет, ему как бы плевать, фронта нет. Да? Поэтому не случайно БВ перешли, да, что Вольберг сделал, да, потому что надо было сохранить фронт. Но переписывать все равно надо как-то Кружкова. Надо, потому что ну, мы делаем как бы на тривиальном языке, так бьющий фронт, показать, что эффект есть. Но надо доказывать его как грамотно, да. Ну, не знаю, надо писать.